Я хотел тут Так, мне надо вещи оставить, у меня лишние вещи. А какие лишние? Которые нам... А. Какие не понадобятся? Так, можно... Сейчас, подожди, посмотрю? Подожди. Блин, я не могу, наверное. А, давай, я бери. Понял. Все, я все понял, ничего не надо. Я надо, надо строить новый этот. О, не могу я дотянуться. А почему я не могу дотянуться? Ну, мир труд май, наливай. О, нормально, хорошо все, ой. Ну почему так? Ну почему, почему, почему? Светофоры зеленые. Да? Или как там было? Я уже не помню, братан. Ну, типа. Короче, как-то там было. А как оно было, никто не знает. Так, подожди. Ах, не получилось. Нет, у меня места так на чуть-чуть. Дурацкую. Я тут пока фигню вытаскиваю, кидаю. Все. Полечились. Броня из панциря. Тут капибар вообще оборзел. Маленькая капибар бегает. Она забавилась мне. Чего бегать? Баро. Капибару, да. Так, а вот эту... Как мне... Да ё-моё, блин. Я не могу положить её, пускай она, короче, здесь валяется. Случайно. Не надо, я сейчас тут делаю. Чувак, чё ты паришь? Да я не про хранилище. Там же место есть? Я забрался в эту дырку. Нету. Кости же нам нужны. Вот перья не нужны, наверное, нам, да? Ты уничтожишь ее? Я уже уничтожил. Зачем? Она уже старая, там всего 12. Так, тогда я сюда кладу вот я это. Я тут перья выкидываю, не могу. Я кладу вот это железо. Вот сок на всякий пожарный. Мне кажется, мне не понадобится по определению. Ну вот, у меня уже 31 килограмм, понимаешь? Ты положил эту? Послушай. Да? Броню положил? Не, я броню уничтожил. Зачем ты броню уничтожил только что? А нахер она нужна? Пипец. Это я... А ты эту фляжку скинул? Я туда... короче, металл нам же не нужен, как я понял, да? Металл не нужен? Я скинул металл. Металл нужен. Не, я имею в виду с собой. С собой металл нужен? Выкинь все. Потому что металл мы будем набирать. Я оставил куски банистерия. Или они не нужны, наверное? Короче, сюда я кину пока. Ёптель, она не помещается. Пофиг, она тут валяется. С собой миску будем брать? Надо похавать. Точнее, давай, надо поспать, похавать и бежать. Подожди, тихо, видишь, я готовлю. Умный ты. Готовь, я хочу поесть. Абахама-хама. А, что я хотел сказать? Везде все кушай. Оставь мне парочку. Сейчас она меня откинет, да? Типа, иди нафиг, дай под... Потомлю. Не потомлю. Че это спит? Блин, тут темно, и показать хотел. Эх, не смогу показать ей. Какие у них это. Блин, не смогу я показать.
Че, типа, у тебя копеш что-то крутой, да? И прическа горшком. Ничего себе. Ладно. Нет, слушай, мы сначала бы лучше... Поставь этот... кастрюлю, вот эти пустые, возьми и заново поставь. Блять, они у меня пакуются. Я не люблю так. Тут кости валяются, но я их взять не могу. Вот поставил вроде. Кастрюля тоже багуется? Да. Поставил вроде. Налить? О, все, все, спасибо, спасибо. Я наливаю грязную. Давай, наливай, это у меня чистая. Я съедаю с личинкой. О, с личинкой нормально. Секунду. Давай, я могу кинуть. Дай я кину ампулярию, давай сварю. Водички наливай. Дай ампулярию сварю. Вари. Где? Сейчас. Лизник тебе. Я вижу. Сейчас я вижу. А то они пропадут у меня. Я за водой. Я за водой. О. Не, надо было сначала поспать. Ну хотя. Хотя она энергию мне тоже дает. Мы, у нас будет место поспать, не ссыте, молодой человек, мимо тазика. Да не, я имею в виду, что была энергия. Чтобы, ой, я пойду, мне надо. Срочно. Эти надо. Куда вот надо. А мясо не варили, да? Но мясо время еще есть, нормально. У меня нету костей, нету мяса. Я иду, пошел за крюк-крюк, крюк-крюк нету. Ампулярию надо мне просто сожрать. Что-то она немного мне дает энергии. Что-то животные куда-то пропали. У меня попалял. А, ну пока нормально. Угу. Я забуду про них. Тут не говорится о том. Странно, подозрительно, животных нет. Короче, я предлагаю, если у тебя со здоровьем все нормально, и дальше. Что там, ты как? Подожди. Со здоровьем мне как бы нормально. Я тебе даже говна могу накинуть. Хочешь какаху? Какаху хочешь? На, какаху. А, спасибо, мне какашки не нужны. Не-не, такая какаха тебе нужна, поверь. Да пипец, сколько он занимает место. Оказывается. Да? Ну так что, идем? А, ты будешь хавать? Не хочу. Все, съедай и пошли. А с собой надо брать? Один котелок возьму и все, хватит. А, ну возьми вот глиняный только, глиняный бери. Кастрюля тяжелее, чем глиняный. Блин. Я сохраняюсь, я пошел. Этот, у меня просто энергии не 100%. Я жду тебя около подъема. На, вот это, иди сюда. Вот. Подожди. Я выкину. Вот они сейчас сдохнут. Не надо, подожди, братан, они сдохнут. Кто? А, вот, о. Два я... синих гриба, да они я... умрут, поэтому это давай. Я понял. Я ем и побежали. Вопросов нет. Как раз все, мне спать не надо. Ничего не надо. О, побежали. Надо, гоу. О, нужна трава, а у меня есть повязки. У меня тоже есть, хватает. Малинерия, точнее. Трава под названием малинерия, еще одну нашел. Прям глаз намотан. И здравомыслие у меня прям 98%. А бля, мне... не пугай так, а! А, ну извини. У меня чуть-чуть там, душа не ушла. Как дела? Надо вспомнить, где тут... Кто находится. О! Чувак, гости, смотри, вон ходят. Какие гости? Ну, и ходят. Какие? Мы-то лагерь их раздолбали. Они обиженные. Где? Сейчас я
Да, прикурить. Все, я наеденный. Молодец. Это тут скалопендришься бегу? Ты куда побежал, направо? Или прямо? Прямо. Я к лагерю пошел. Ты лагерь-то видишь? Вижу. Не лагерь, а вот эти? Я на ла... Как его? Как он называется? Картель. Картель. Это картель. А где обиженные? Я не понял. Ты говоришь, обиженные тут есть. Ушли, ушли, патруль ушел. А, ушел? Я их не видел даже. Не переживай. Да я не переживаю. О, надо запомнить, тут 3 банки есть. Надо их потом забрать. Сейчас не бери. Это пустая банка. А, ну они, это консерв. Это железо, братан. Я понял. Под названием алюминий? Видишь? Не, потом мы будем плавить. Здесь больше, по сути, ничего нет. Ну, нам вообще туда. По сюжету, так? Я хочу все точнее, сюжет. Необходимо все запечатлеть, вот. Мы к мячику уже не пойдем? Кому? К мячику? Да. А мячик зачем? Который я давно смотрел. Ну, тот же самый мячик? Да. А зачем? И ничего не изменится? Мне ничего не изменится. Мне не очень скучно. Есть же вы со мной. Вот. Поэтому. Так, хорошо, все мы осмотрели. Тут что забавно, можно жрать, я... все время жрать можно их. Вот есть грибы. Да, все время. Главное, когда ты грязный, не ешь. Плохо это. Мне главное этот. Не перебрать, а то у меня осталось на целых 9 килограмм. Тука, но мясо я не смогу взять. Вот эти зеленые грибочки хавы. Они вообще нормально дают энергию. Я, честно говоря, немного... А, все, я не потерял. Я нашелся. Осторожно, сейчас кошка будет. Нашелся? Сейчас она копье словит. Мы в ее логове. Я одну уже завалил. Она тут спавниться будет, братан. А чё, грибочки находишь? А, позади меня вот 2 они. Гриба. Убери. Я взял. Штуки. Второй бери. Хочешь, ну не надо. А, я не увидел другой. И орехи просто ищу. Орехов нет, я вижу зеленые грибочки. А, вот у меня вопрос, ты вот эту легенду ты будешь брать или я? А я... А почему мы её не взяли? Я не понял. А где? Да, я возьму. Мать ее. Погоди, стой. Мать ее легенда где? А, вот эту, какую вот эту тогда, ты мне говоришь, легенду. Вот и я тоже об этом. Наверху, наверное. Я помню, что где-то здесь. Но легенду надо брать мне. Вопрос в другом. Ну не факт. Как не факт? Это, ну, это ты не сможешь взять. Почему? Ой, перепутал я. Ну еще 2 дня им. Почему это я не возьму? Не смогу взять. Потому что тебе придется поджариться. Ну потом. Легенда, возьму. Смотри сюда, вон она, видишь ее на скале? Вот там. А, вижу, теперь вижу. А тебе еще вот оттуда бочку взять. А если я перепрыгну? Давай я перепрыгну. Не-не-не, иди сюда. Чтобы взять ту легенду, ты меня же не слушаешь, надо пойти на ту сторону. Иди вот, обходи туда, дальше. И сюда, ну, можешь взять, да. А. Меня осы покусали, похоже.
А тут, тут неудобно будет. Не получится. Вот отсюда ты прыгаешь на камень, на тот. Мне проще его было оттуда допрыгнуть, до туда, наверное. Ну, я тебе показываю, как люди делали. Хочешь, оттуда прыгнем? Хорошо. А, подожди, я подожди. Я уже я начал пошел, падать вниз. Пошел собирать. Я понял. Я, короче, прыгаю тогда. У меня не получилось это. Ну, хоть одна температура у меня только. Да ёшкин кот. С этим я чуть-чуть... У меня не получается с этим чуть-чуть. А это ампулярия, да пофиг на ампулярия. Это история об отце. Это история об отце, чье сердце разбито. Как мне оттуда выпрыгнуть? Он туда, да? Взять бочку? Не забыл. А, второй раз. Использовался. Все, взял. Хорошо, ну, а здесь другом. По над берегом пробуй. У меня не получится, слышь. Ну, это пробуй как получится. Это будет жесть. Тут не залез никак. Тут не придумали этот. С учетом того, что я быстро встаю, мне придется опять. Блять, я еще копье выкину. Как мне тут чуть-чуть напрягать, конечно. Прикол этот. Как всем нравится мой электронный палец их большой. Точнее, название fuck you. Придется искупаться. Без вариантов. А! У меня третий уровень. Чё там от этого поможет? Ничего, да? Он. Температура. От температуры помогли бы эти, как его? Бульончик. Только бульончик. Молодой человек. Тут черепаха. А ты наглая скотина. Поджечь? Сейчас, подождите, подождите. А подож... у меня нету волокна. Я дам. Я все дам. Смотрите. Вот волокно. Ой, упало. Взял. Я выкинул только что. Я взял, его да? Взял. Взял, да. Аборигены идут, ныкаемся. Я поджигаю. А, сжигать? Да, да, да. Okay, just give it some time and nature will heal itself. Все, теперь подождать немного и природа исцелится. А жарить да, можно? Что-нибудь? Нет, здесь нет. Бля, большой патруль шел. Чем он крякает, ты, сука? Какая? Такие крякалки. Пошли. Говнюки. Да че пошли? У меня, блин, энергии уже половина. Надо, короче, мне блин хавать. Чуть-чуть. Что-то упало. Дай кокос попить. Хоть что-то. Бегу. Не торопись, я прошу уже идти. Аккуратно иди, тут патруля уже не будет. Мне грибочки, сука, не помогают. Почему? Значит, смотри, какой косяк. Вот тут есть ребенок. Мы его потом заберем. Ух ты, мы на... Мы в красивом месте. Хорошо, братан? Да без вопросов. Запомнил меня? Вон там орёт. Тебе сюда за мной идти надо. Иду. О, а сколько у меня грибочек этих? Точнее. У них ещё есть. Легенда, братан. Вижу. Once blue, now turned red. Что было синим, что
что было синим, стало красным. Слушай, я хочу не пить. Я хочу поспать. Давай я сооружу себе поспать. Братан, на. Некогда спать, чуть-чуть осталось. Вот сожри вот это все. И не спи. А сколько у тебя по времени? Что ешь? У меня больше нет. А у тебя то же самое время. Иди сюда, иди ко мне. У меня какое-то отравление или что это такое? В лагере разберемся, что у тебя клизму тебе поставили. Один вариант поспать хочется. Один спать. Хорошо. Да я понял. Прямо беги ты. Ты помнишь же, тут база есть? Так что давай на базу, братан, на базу. Охраночка. И пожалуйста, не собирай по сумкам, не лазь нигде, ладно? По стенкам? Там будут консервы, шоколадки. Не бери. Ну, можешь... Ой, синяя лягушка опасна. Синяя лягушка опасна, смотри. Опасна. И зеленая опасна. И красная. И фиолетовая опасна. Они все опасны. Они все, сука, опасны. Я спать хочу тоже. У меня просто третий уровень. Молодой человек. А ты бежишь медленно. Че такое набрал-то так много? Смотри, сейчас упрешься в лягушку, ты прямо на нее бежишь. Древолаз. Можно, руками брать нельзя. Я два раза промахнулся и третий раз промахнулся. А мне надо будет ее скушать, надо. А что ты с собой взял, что ты не можешь бежать быстро? Зачем? Кокос. Топор? Какой топор? Кокос. А, кокос. Ну что тут, спаточки есть? Обязательно. Нету тут ничего. И пись в банку, все там есть. Я вижу тут поломанный этот пирс. Бля, в натуре нету. Тут нету тут такого, что было. Скажем так, что будет. Ладно, сейчас сделаем белок. Что делаем? Все, я рву. Кто пришел? Свободен. Нифига себе, он копье сейчас ловил от меня, ему пофигу на все. А я у тебя стрелу чуть-чуть стырил. Забирай стрелу обратно. Сейчас там копье стырь. А у меня уже, я туземское взял, зачем мне? На тебе стрелу обратно. Молодец, не надо мне ничего, забирай все. Так, давай сейчас это, я строю, братан. Пальму как раз я забыл, что тут... Бля, я лошара. Скажи, что я лошара. А вы лошара. Да ты просто лошара. Дай ты стрелу. Лошара. Ты стрелу забрал у него? Я не забирал. Я одну забрал, а вторую не могу. Он куда-то ее спрятал лошара. Себе. Ладно, фиг с тобой, чувак. Ну тебя нафиг. Давай. А что ты строишь? Что ты строишь не я то. Я тебе кровать сейчас буду ставить. Да я сейчас упаду, я спать лег. Ложись, на последних секундах я спать лег, блин. Ладно, чтоб нам не пяхнуть, конечно. Я просыпаюсь. А как так получилось? Что получилось? Да идите вы нафиг, лягушки тут. Просто у меня нету силы. Я сейчас себе поставлю спать. О, делай там себе спадку, я себе сам все сделаю. А то бы ты меня сейчас поднимал бы. Вот я тебе сейчас еще положу чуть-чуть. А себе делай, я. А все, тут закончилось. Я спад. Да. Задолбал ты барашку. Этот. Сейчас я чуть посплю и проснусь. Сейчас вместе поспим, давай. Здоровье. Ты будешь спать? Нет. Не хочешь? Броненосец. Пока нет. Ну, нет, спать я буду по-любому, чувак. Пока не хочу. Да что тебе надо, броненосец? Ты хочешь играться? Показано, что это девочка? Или мальчик? Я забыл обозначение этого значка. Не хочешь, конечно, я тебя спать буду.
Пофиг, мне надо сил набраться. И чтобы температура от меня отставать. Ты вообще должен спать, пока температура не пройдет. Я хотел, чтобы было быстрее нам, чтобы потом не заморачиваться. Не заморачивайся. Температура все уже. Пфу. Прекрасно. Но чего-то я хочу покушать, видимо. Чего-то мне не хватает. Я думаю, мне хочется попить водички. Да? Я угадал. А, да иди ты нафиг. Я тебе сейчас мачете ударю. Давай, давай, беги. Сейчас тебе постелю твою кровать. Где эти пальмы? Мышка, тушка. Я пока... Добыть? А там еды вообще никакой. Ох ты, вот этого я хочу съесть. Так, мясо 4 часа. 20 часов, 19 часов. Вот это я съедаю. Опа. А мне найди там, если есть, если увидишь, пожалуйста. Любые. Так, стопы. Мне скоро надо будет все съедать. Камень, вот я видел камеру. Или нет? Нет, камень я не вижу никакой. Я вижу лист пальмы. Сейчас я. Все, пустая у меня бутылка с водой, блин. Я кину сейчас кое-что здесь, чтобы набиралось. Пога, дождь идет. Выкинь эту свою глиняную посуду. Пускай вода набирается. Да, 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 я сейчас. Да где это? Да где это камень? Сейчас я все тебе найду. Туруру. Надоело. Это пиявки големые. Откуда вы беретесь? Нашел палку. У меня их полно. Так, там барашки бегают. Я случайно привел. Куда ты выкинул? Как меня напрягает это? Мне приходится по 30 раз. Обсидиановый костяной нож он лучше, чем деревянный нож, да? Не знаю. Обсидиановый лучше, чем деревянный. Земский лук, это земский лук. Так. Я нашел классное дерево. Тут есть орех. Да возьми ты уже! Извини, но камень просто не попался. Зато грибочки да, я нашел. Да, я уже два больших нашел. Два маленьких. Грибочки ест. Грибочки это хорошо. Если тебе нужны грибочки синие... это я одобряю. Если тебе синие грибочки нужны, то я тебе их могу дать. Не-не. А, кстати, на меня смотри. На меня. Вот смотри, видишь, я в ту сторону поворачиваюсь. Ну, я же так вот прямо. Даешь 7 пиздюлей. Ломаешь... Короче, база там. Я тут не базу встретил, я встретил тут пиздюнца.
Нифига себе, я ему хедшот закинул, прикинь, вообще просто. Просто на сходу получилось так. Он так присел, что словил хедшот в башку. Еще у него нос пробитый. Ничего себе, он веселый чувак. Наверное. Блин, ну мне заснять его не получается. Не работает у меня F12. А что так, Винни-Пук? У меня же не работает этот. Не работает. Рюкзак перебивает Escape. Это вообще... Я вообще... С этого... Че это такое? А. Там кости собираю у них, тащи, будем супы сейчас варить. А, кости у меня есть, но я кости нашел. Тихо, я не дошел. А, вот он, все нашел. Я ломаю. Но тут этот, как эти сказать? Сейчас тебе скажу. Тут костей не оказалось. Почему-то. Хотя должны быть. Не подскажешь, почему нет костей? Тут один был. Ну, зачем его там был? Его добывай. А, с него добывать? Больше. Я тогда могу с двоих добыть. Естественно. Со второго тоже. Я просто им тут этот ломаю. Ихнюю ботву ломаю. Молодец, я заметил. Но если он не исчезнет, тот другой. Тогда получится. Братан, я тебе тут пока мясо не испортил. Три кусочка мяса жарил. Я сейчас другие съем. А я не хочу мяса. Слышь, я, кстати, не хочу... А, не, я хочу мясо и... Ой, я грязный, совсем сильно грязный. Мне нужен этот... Орешков поесть. Блин. Я поел грязным, понял? Ага. Ты же мигал грязным вниз. И лунная походка вперед. Мясо же нам не нужно их. Я выбросу вниз. Не, мясо выкинь сразу. Чувак, я спать. Ложись. Я сдох. Не, я еще могу бегать, но у меня психика уже полная единица. Я псих. Не, ну при чем здесь психика? У меня с психикой все нормально, просто... Нет, у меня уже единица полная, поэтому я вот я сплю. И у меня череп из-за этого, понял? Череп половина. Я сплю, когда у меня энергии уже нету. Как ты доводишь себя до такого, что тебе... Ну, довожу. Психика нарушена. Че ты ешь? Вот ем. Миртрут май. Да Миртрут май, да. Так, грибочки, 16 часов осталось до них. Очень а у меня плодные. Все хорошо, я кушаю. 16-15 часов. 14. Ох ты, я хочу бразильский орех поесть тогда. Да? Нет, не хочу бразильский орех поесть. Молодой человек, вы слушай, там не задерживаетесь. На бразильские орехи, на халы бразильские. У тебя зеленые сколько? Зеленого. Зеленая полоска сколько? Часы, часы, смотри, зеленая полоска. Что такое зеленая полоска? Смотри, я часы, понял, зеленая понял, полоска. Больше половины. На тебе, халуют эти еще. Забирай. А то они у меня пропадут, 5 часов осталось у них. Это классный бразильский орех. Давай. Вот он. Хавай сразу их. Зеленый станет больше. О, у меня почти здоровье полное. Ну, потому что вода чистая. А, кокосовый это? Это так, тебе, братан, ты должен это кушать, я тебе там приготовил. Блин, я попил случайно. Да, мясо горит, братан. Давай, мясо давай, я давай. Убрал. Давай. Нет, кушай. Я сейчас... А, дай, нет, дай мне его, я сейчас съем свое старое. А, на.
А то оно у меня пропадет. А вот это я забираю просто. Ну, костяной настойчик, пожалуйста, выпей. Во, один день. Давай. Вот этот. Тебя нормально бежать можешь? Я вообще готов. Только бы водички набрать. Все. Не обязательно. Пойдем, мы рядом. А, кости у меня, походу, есть, да, от того. Второго я не успел. Да я тогда. Это... А чашу забирать? Чашу забирать. Чашу забирать. Не надо, не надо, пусть набирается, мы придем сейчас. А, да? Ну хорошо. Блин, я всего лишь 8. 0,8. Точнее, не 0,8 миллилитров набрал. Ты представляешь, сколько это? Да легенды. А, не, вру. 0,. Повторяй за мной. Что повторять? Отсюда видно, что там пираньи живут. А чё, они кусанут, да? А вон они. Они погрызут твою броню. А они... А может, мне надо, чтобы меня чуть погрызли? Нет? Супчик, стой. Стой, супчик. Иди наверх. Угольная черепаха? Что? Наверх? Я наверх пошел. А там наверху у нас точка. Помнишь, мы ж тут были, братан? Да, что-то. Да, было. Да, да. А муравьи нужны? Да, не, ой. Не. А у меня есть этот муравей. Тоже. Мне так муравей. Помнишь, вот это вот тут место вот это? Попугай мне не нужен. А, что-то было, да. Что-то было. Да, пойдем. Я только съем. Мы только сюда пришли и назад, а сейчас подробно изучим. Пойдем. Подожди. По одному дню вы... А вот эти попи... Так вот эти съедаем туда. Этот, нужна тебе энергия? Не, ешь. О том, я что стою, жду. Гриб. Я бегу уже, все. А ешь его. У меня всего полно. Какой сегодня день? Аккуратно заходи с этим, ты понял, с копьем, ну, там, жопа. Там жопа? И у меня туземское копье. Там что-то слева горит. Тут, походу, лечить надо. Я так. Сам, у меня с собой панцирь есть, что-то парень. А, вот тихо, стой, стой. У меня всего лишь 8 миллилитров. Так, что этому дурачку надо? Он, блин, он стругает. Может, ему вот этот гриб поможет? Не поможет. А нет. Чем поможет? У него отравление 4, значит, что мы ему можем дать? 4 угля, раз. А, угля надо. Давай я дам один уголь. Два. У меня один уголь. Вот, на, братан. У меня только один уголь. Вон я. Вон я тебе скинул. На, мы сейчас что мы делаем, братан? Черную гумницу. Да хавай ты уже. Мы быстро жарим. О, видишь, ему нравится. Да, да, еще надо пожарить гумницу. Больше никак. А еще давай уголь. А то у меня только один остался. У меня только один остался. На. У меня палок нету, и прикинь, большой. Я бросил. Спасибо, я за палками туда, братан. Блин. Как его? У тебя чистая вода была, братан. У меня 0,08 миллилитров. Я ему дам попить? Вот у него сейчас 34. Интересно, сколько он напьется? Дядя, на, попей уже, да, нормально, употреби, вместо гнильца хавать. Ну, сколько я и сказал. 34 минус 8, сколько это будет? Сколько? А, змея. Она уже прибита. Он все выпил? Да у меня было 8 литров, ему еще надо 26 миллилитров. Ему нужно 260 миллилитров воды. А, не, вру, 26 миллилитров воды. Понял? Он вдохлёб еще тот. Но по факту ему я мало. Я понял, просто... У тебя есть вода? Хоть какая-нибудь. У меня нет... использую, нет воды. У меня нету уголька. Вода. А ему жить? Нужен уголь? Нет, ему нужно только 26 литров воды. Слушай, а да мне братан. Нет воды. С водой идти? Вот. Стой. Закипит, у меня там 30 миллилитров. Последний, дай ему. Отлично. Сейчас. О, змею можно добыть и пожарить, правильно?
А, да. Вода рядом, туда ходить не надо, братан. А, прикинь, ему еще... Ему нужен 1 миллилитр воды, он выпил 25, сука. Ему нужен 1 миллилитр воды, только один. Ой, я чуть легенду не взял. Тихо, тихо, да, я возьму ее лучше. Я навелся, так я испугался. Вот нам, будешь грибочек есть? Не-не-не, я мясо жарить буду, братан. Пойди, не, грибочек пойдем. Синий будешь? Синий гриб будешь? Не-не-не, у меня до хера, просто тут мясо не пропало. Нам бы еще бежать. Блин, вода, а почему? Вода, братан. Воду дай. А у меня нету воды. А, ты вот налил? Вода. Все. Возьми отсюда и дай ему, а то Ща. На. Он отказывается. Заставляй всегда вас надо всем. Детина. Ух. Он вообще очухался, что вообще жесть. Это, так, братан, стой на месте. На, покушай, пожалуйста. Вот я это... скинул. А я есть не это хочу. Твое. А ну... мне насрать, значит, забери себе. А, в принципе, можно съесть. Молодец. Жуй. Я его заберу. А молодец. Это что? Суп с начинкой? А, выпей. Освободи мне чашку быстро. Давай я налью себе. Выпей, пожалуйста. А почему я не могу налить ее? А. Выпей, там суп. Я понял. Да я просто... Ой. На. Я тебе сейчас стукну. Верни мой прибор. На свою чашку. Спасибо. Я просто случайно забрал. Легенду взял? Нет, вот иду брать. Берёшь? Я лучше... А тут вода есть? Да, есть. Она грязная? Да. And the memory of the boy. Молодой человек, память заберите, пожалуйста. И память о мальчике ушла на дно. Чё забрать? Улитку. Она жареная? Она еще не сготовилась. Она еще не сготовились. Она еще не сготовились. Ну, просто... Я просто беспокоюсь, чтобы она не сгорела. Это. А я вот это съем. Она не сгорела. Она еще не приготовилась. Хорошо. Ты будешь хавать мандарины? Или я их съедаю просто так? Не-не-не, у меня все заебись, братан, мне тебя сейчас надо завести. А у меня тоже все хорошо. У меня даже здравомыслие, потому что я около огня. Вот это тебе, вот это ну. А у меня и так тоже все хорошо. У меня просто пропадают все продукции. Молодой человек, вы легенду взяли? О, тут чистая вода. Воды набрали. Ну, относительно. А откуда здесь вода появилась? Я только вот что идет, здесь, вау. Я только что здесь не было у меня. Чё за бред? Тайник? А? Кого нашел? Топорик. Какой топорик? А. Хороший. Нормальный топорик. Вот. А у меня мать, да я вижу, да я помню брал, пошли. У меня мачете, мне пофигу. Ну все, пошли дальше. Бля, муха, откуда ты взялась, сука такая? Я ж окна не открывал. Спускайся вниз, там легенда. Легенда. Легенд. Батыс наверху. Ху-ля-ля, кихи-га-га, братан. Что? У меня почти получилось. А, вот она здесь. Зажатие Берлина. Любое воспоминание утешит отцовский больше, что ли?
А наверху там нету? Легенда. Не, не, не. По этой стороне идем, братан. Я подумал, это крокодил ты. Потом давай пиздюлей. Я-то в принципе да, мне вообще пофиг. Просто пропадает. Ой, зараза. Слушай, ну панцирь тогда возьмешь, а то я тяжелый. А у меня у самого только 3 панцирь. Килограмма. Какой панцирь? А, я понял, понял. Я пока выкинул. Панцирь. Пошли, давай люлей. Ты все равно медленный. А, вот. А, тут нет никого. Стоять! Какой ты жестокий. Это всего лишь броненосец. Они опасны. Да мне без разницы. Это мясо. Прежде всего. Броню мне некуда деть. Да если я возьму мясо, то я как бы вообще все. Я беру. Так, змея. Аккуратно, нам назад надо, братан. Я тебе сейчас буду по дороге, мы будем идти, я тебе буду рассказывать. Я вижу ее. Смотри, мы назад, мне надо разгрузиться. Во-первых, я тяжелый. Во-вторых, мне надо разгрузиться. Все, я вижу ее. Я понял. Назад, так назад пошли, назад. Я лучше какую-то поплыву по той стороне. Я получил ачивку, за что непонятно. Я тоже не знаю, я ничего не получу. Да ты ничего не получишь. Тебе нельзя. На ту сторону надо? Не, я просто по этой стороне поплыву, потому что там ядовитая река впадает. А на пираньи мне плевать, ну пусть покусают дело. Я грязный, мне надо помыться. Само собой. Просто тут впадает грязная река. Знаешь? Я поплыву тоже вдоль. Вдоль реки. А ты типа переполненный, но при этом же, когда такой же. Когда я плыву быстро. Я помню, по обычному. А ты поплыл налево или прямо? А, вот прямо, это, прямо? Я тебя вижу, вижу. Я тут просто по сухому иду. Так, я еще. У меня там костер сейчас прогорит. Ну, что вспомню. Я от пираньи подальше иду, братан. Прости. Да вообще без разницы. Я тут вообще бегу, просто бегу. А, молодец, вот оно, наше братан. Место. Это наше место. Что тут? Интересно, сколько тут водички набралось? Я это выкинул, а твою забрал. Блин, Я понес твой... А твой очаг, котелок твой, я понес на огонь, поставлю. И что? Сюда мяско или кошечки, что ты пожелаешь? Тут пусто. Вот так. Я, в принципе, присел, тут кость валяется. Вот, ближе ко мне костяной настой, пожалуйста. Слушай, еще сюда мы будем сюда кость? Возвращаться? Я кость сейчас выкину чуть-чуть. Ну, в принципе, не особо. Ну, кости я тут все сейчас выкину. Будем, будем. А вот у меня 4 кости есть. Ну, пускай будет 5. А, даже 6. Мясо. Все. Я предлагаю сейчас вот, смотри, поспать. Блин, а ты че, а ты без сил? Я просто при полных силах, в принципе. Ну, я черепаший покрываю. Панцирь, суп с личинкой. Это тебе, братан, кушай. А тебе не надо? А мне надо... А, вот тут мне надо почиститься. Как бы мне вот это почистить?
Просто у меня 4 железа, блядь, а железо важно. У меня нету железа ни одного. Может, ты повыживаешь тут немного, а я домой сбегаю? Как ты считаешь? Беги. Заодно пацана того отнесу. Слушай, интересно, могу я себе настой налить? Лагерь уничтожать не буду, лагерь я бегу. Не, беги, беги, хочешь, не без вопросов. У тебя силы-то есть? Все, выживай. В лакно. Да, вот в сейчас лакно. Мне надо. Все, я побежал тогда. Я за пацаном. Иди. Я забираю пацана и лагерь я не уничтожаю. Проскочу мимо них, попробую. Выложу железо выложу и вернусь к тебе. А что еще надо, в принципе-то? А ты тут выживай. А я тебе, у меня нет никакого только железа. У меня перья дурацкие, которые не нужны вообще, в принципе, наверное. А, друг мой, меня хорошо слышно, да? Да, да, да. Там рядом река есть, маленькая. В нее не заходи, она ядовитая. Вверх, да. Если хочешь ее обезвредить, надо пойти вверх по реке. Я вообще никого не иду. Зачем мне вообще это надо? Все. Стой, проститутка, стой, блядь, ты мой. Понятно. Ой, лоломи, а? Лоломи, ти. Лоломи. Ой. Лоломи, ня. Я буду. А, во. Вопрос там, как ты набираешь воду? Мне тут стало интересно. Очень. Воду, братан, патрули, твою мать. Друг, воду я на. А, я понял. Ты ее бросаешь тупо. Куда я пошел? А вот. Я уже потерялся чуть-чуть. Проститутка ягуаровская. Не, ну не надо так же. О, мне нравится. Мне такой расклад нравится. А вот это баг, что ли? Наверное. Я убил второго ягуара. Зачем? Так, первый ягуар, потом хуяк, второй ягуар. Ну, такое бывает, да. Яла-яла. Ты прикинь, у меня 2 ягуара в одной точке. Это спаун какой-то баговский. А они тебя просто очень любят. Это же кошки. Ну я их вальнул, но мясо не собирал, потому что я помыться не могу. У меня пиявки 4. Я догонюсь из тебя. Я быстро, я рядом. Да можешь не торопиться. Смотри, я пацана отношу, я скидываю железо на броню нам. Все.
Ну нам железо на броню надо. Ну конечно надо. Привет, Егор! Это задолбал, где ты ладишь, что у тебя там 10 Егоров. Да ты охуел! А я в принципе. Аборигены! Пацана отдайте, уроды! Чувствую, что-то у тебя не получается. Да ё-моё. Как мне доску поломать? Она не ломается. Ну и нафиг. Может, у меня доска? Лупа горит. О, лучше всего доску выкинуть. Это не баг. У тебя что-то значит, что-то произошло с тобой. Так. Ампуляри, еще у меня деньги есть. Будет день, будет пища. Ой, сука, да? Не беги туда! Опа, паёк. Это паёчек. А чего ждать-то? Я в курсе, иди покакай. Ух ты. Катан, это пиздец, вот это жесть. 3 ягуара подряд. Я где-то ранен, но я не вижу где. Как у тебя дела, рассказывай. У меня все хорошо, я тут, грубо говоря, ерундой занимаюсь. Понятно. Мало. Нет. Пацана я несу до талого. Но мне главное не пацан, а железо. Я-то себе воды набрал. Слушай, а я тебе тут еду кинул, а ты ее даже не посмотрел. Какую еду ты мне кинул? Где ты мне кинул еду? Меня рано. Я тебе Вперед лунная походка, да? Мне интересно, что будет с этим. Я знаешь, какой суп варю с грибом? С каким грибочком? С каким, братан, с каким? Добыть. А что я могу добыть зеленый кокос? А, уничтожен. С этим? Синим грибочком. Смотрите, у меня паёк скоро поломается, надо его захавать. Вот что мне надо, в принципе, ничего. Костей дофига. Всего дофига у меня, в принципе. Вот эти перышки. Как бы зачем они мне вообще? Давай, я немного посплю, можно? Вопросов нет. Ну просто когда ты придешь, точнее, когда ты будешь близко, скажи мне, чтобы я тоже лег спать потом. Вот как-то так. Хорошо? Смотри, я сюда на базу пришел в обход, а сейчас я пойду на пролом, поэтому за мной побегут. Туча аборигенов, поэтому готовься, могу до типа добежать. И жопа Джаггер будет. Все, я проснулся. Я побежал. Привет, вождь.
О.